Чебоксарские депутаты обратятся к правительству Чувашии с просьбой закупить 5 троллейбусов на маршрут Чебоксары-Новочебоксарск. Такое решение принято по итогам круглого стола на тему транспортной реформы. Закупить троллейбусы на маршрут Чебоксары-Новочебоксарск депутаты предлагают за счет бюджета республики. Также они направят в адрес Кабмина предложение выделить 150 миллионов рублей на закупку 20 автобусов на газомоторном топливе. На маршруте Чебоксары-Новочебоксарск собрание депутатов просит установить регулируемые тарифы и заменить маршрутки на автобусы среднего и большого класса. Кроме того, мэрия выйдет с предложением передать ей полномочия по организации пассажирских перевозок до Новочебоксарска, сообщает Чебоксарское городское собрание депутатов.